Добрый день! Кто зашел ко мне на канал? Зовут меня Валентина, и я сегодня проведу небольшой такой обзор Lodges, где мы сделали такой небольшой косметический ремонт и принесли нового комнатного жильца в эту лоджию. Это мандариновое дерево Каламандин. Вот такой вот общий план лоджии. У нас их две лоджии. Вот одну из них вот показываем. Это вот панелька такая сделана. Это с декоративной плиточкой. Выложена стена. Пол у нас тоже светлый, так как у нас северная сторона. Так, здесь у нас радиатор на лоджии, чтобы было тепло. И также сама эта стеночка выложена декоративной плиткой. А здесь панелька светлая. Ну, на эту повесили вот такую картину. Ну, она вписывается в интерьер, я думаю, симпатично смотрится. Панель тоже такая с рисуночком таким небольшим, красиво так смотрится. Галогенки, навесной потолок. Ну, сейчас расскажу об вот этом цветочке каламандине. Принесли мы его домой с мандаринками, с этими, с маленькими. Ну, а мандаринки еще зеленые, они не поспевшие. Вот они еще только начинают. Некоторые осыпались. Пока вот перестановку пока везли, вот они на земле лежат, маленькие, желтенькие. Ну, смена и обстановки, и климата, там же все-таки влажность была большая. Поэтому должен привыкнуть этот цветок обязательно. Вот такой вот, он привитый, он видно, прививочка такая. Вот такой он небольшой, где-то около 12-35 сантиметров в высоту. Вот, он насчитали где-то около 15 штук мандаринок этих. Но они еще пока зеленые и будут кислые, еще не пробовали. Вот такой вот он красавчик. Симпатичный. И выпустил здесь уже за эти дни один цветок. Вот он красивый, беленький. Значит, он уже как бы адаптировался к этому климату, к лоджии. Я думаю, что он будет себя чувствовать хорошо. При продаже обрезаны были макушки, вот как видите, верх этот, чтобы он был кустиком, не деревом рос, а кустиком рос. Это, я думаю, что правильно сделали, чтобы адаптировался уже на месте, на новом месте обстановки. Вот такой вот он красивый, такой цветок. Вот. Он приехал с Нидерландов. Вот он. Такой вот. Стоил он 1699 рублей, но там сейчас обе скидки идут. И вот он, цена уже не 1699, а 1399.